Итак, всем привет! Ну что ж, мы подошли к финалу. И сейчас мы отправляемся уничтожать этого робота. Ну что ж. Так, мы на месте. Ну уже. Прикончить их. Обязательно. Но чур ты первый. Теперь вам уже ничто не поможет. Уверена? Фу, так, первый этап задания пройден. Убейте их! Убейте их! Да ну ё-моё! Убейте их! Покончить с ними раз и навсегда! Понеслась. Давай. Иди ко мне. Покончить с ними раз и навсегда. Стоять! Фу. Было жестко, но я успел. Ну же. Убейте их! Теперь тебе не уйти! Убейте их! Черт возьми, он существует! Они не должны найти его! Око света! Она поможет мне превратиться обратно или остановить этого робота. Мы должны спасти мир. Ну так что? Ладно, давайте спасем мир, только сделайте это побыстрее, пока я еще не передумал. Случилось. И что мне делать? Сделай же что-то!
Похоже, я только зря вас ругал, ребята. Теперь вы по праву можете считать себя великими героями. Но, Декстер, теперь мы сможем превратить тебя обратно. Не волнуйся за меня, крошка. Знаешь, как говорят, все начинается с малого. А еще можно сказать, без труда не выловишь рыб. Без труда... Джек, похоже, передача энергии Эко – твой врожденный талант. Саймос, возможно, тебе стоит написать об этом целую книгу. Кира, без твоей помощи и поддержки это бы не было возможным. Ха-ха-ха. Похоже, теперь, когда Гол и Майя погибли, среди нас появился новый мудрец. Да, скорее всего, Эко Тьмы уничтожила их. А возможно, их растворила Эко Тьмы. Может быть, стерла в порошок, но если хорошенечко подумать... Ха, какая разница? Давай их сюда. Все равно их нам не победить. Так ведь, Джек? Я сказал, так ведь, Джек? Ой, спокойно, здоровяк. Ну что ж, вот мы и прошли игру Jak and Dexter The Precursor Legacy. Это было нечто. Ну что ж. Теперь насчет следующего проходняка. Кто любопытный, говорю сразу. Дальше я буду проходить и переводить игру Sonic Colors. Делать это буду на днях, но когда выложу, тут уж как получится. Ну ладно, зрители и подписчики. Слушайте музыку, смотрите титры. С вами был Мегатрон. До новых встреч, всем пока-пока!
Боже милостивый! А это что такое? Ух ты, это древние врата предков. Похоже, она откроется, только если мы установим во все 100 ячеек батарейки. Ну ладно, хорошо. High point exactly. We already have 100 power cells. We have 101. That was pleasant to hear. Wow! What is it? It's so beautiful. I'm a priest.